Аварин приглашается вторая полуфинальная пара весовой категории 91 килограмм. Красный угол Виталий Стаченко. Небо. Синий угол Николай Номеровский. Город Кривой Рог. Вес боксеров до 91 килограмма. Формула боя 3 раунда. Красному Гурина отдыхает мастер спорта из города Днепр Виталий Стаченко, представляющий спортивный клуб «Файтер». Провел 196 поединков, 182 одержал победу. Является чемпионом Украины 2015-2018 года, а также призером чемпионата Европы 2016 года. Тренируется под руководством тренера Анатолия Ведуты Мамедова. Спортивная цель – олимпийское золото. Помимо бокса увлекается шахматами, казино. Красный угол Виталий Стаченко.
синему ринга представитель города Кривой Рог, кандидат мастера спорта Николай Номировский. Провел 53 поединка, 42 одержал победу. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Сергея Криницкого и Сергея Жукова. Спортивная цель – стать мастером спорта. Синий угол Николай Номировский. Третий раунд. В этом бою единогласно
единогласным решением судей победу одержал боксер Красного Угла Виталий Стальченко. А Николай Надеровский награждается за занятое третье.